Всем привет, друзья! Вы на канале Виконста. Сегодня будет необычный влог, а именно куда можно сходить в городе Донецке из спортивных заведений. Первое, что я выбрал, это спортивный комплекс «Спарта», где я сегодня пойду в бассейн, покажу вам внешний вид его, ну и, конечно, что находится внутри. Стоимость одного часа составляет 100 рублей с одного человека, посещение бассейна вместе с сауной. То есть приходите, обязательно у вас должна быть справка с больницы и также обязательно купальные принадлежности, шапочка и очки по желанию. Так что не переключайтесь, удачного всем просмотра. Расположение на карте я сейчас прикреплю в экране. Где находится Green Plaza, можно проехать на трамвае. Так что увидите. Находится оно недалеко от центра. Также не забывайте писать комментарии под этим видео, что вы хотите увидеть. И также, какие у вас есть хорошие места, может быть, я о них не знаю. Так что предлагайте все свои варианты в комментарии. И обязательно оценивайте эти видео. Хотелось бы лайков, ну и дизлайки тоже ставьте. Это видео продвигает. Поэтому любая активность на канале — это ваш залог успеха для следующих видеороликов. Так как я вижу активность и добавляю по мере возможности данных видео. Откалцы вулканы, кедикоды бандиты, хита бы война порбита. Спесери, фэном, их жёсты здесь, бэндом. Дина и Ерси Монтана, джипа Тараси Навана. Спесери, фэном, их жёсты здесь, бэндом. Джипа ты мрапа мед зизом, джипа ты бара мед бардом. Меня ему сикур Пабло, кипу бей своим чапу. Бич бей саму сучицо, тим шиконовый купто. Хуповинга Балкани, сила ты калцы вулканы. Вот и, ребятки, добрались мы до спортивного комплекса «Спарты». Вот так он выглядит сбоку, если ехать от Шахтар-Плазы вниз, от Дзержинского, вот трамвайные путя. Конечно, вид здесь очень интересный и красивый. Сейчас я припаркуюсь и покажу вам более наглядно, что все-таки Донец такого ракурса мало кто видел. Но если видели, то еще одну картинку можно будет запечатлеть для всех. Вот вам рыбаки уже ловят, надо будет поинтересоваться, клюет здесь вообще что-то. Так что, ребята, сейчас я пойду уже в сам этот комплекс, покажу вам внутреннюю часть и потом уже посмотрим. Хуповинга Балкани, сила ты калцы вулкани, кедикоды бандиты, хита бы больше фильма. Спесери, фэном, их джоси здесь, бэндом, Дина и Ярси Монтана, джепа Тараси Навана. Спесери, фэном, их джоси здесь, бэндом, джепа ты мрапа мед зизи, джепа ты пара мед барна. Мену он сикур Пабло, кипу бей своим чапу, бить бей сон сучицо, тим шиконовый купца. Хуповинга Балкани, сила ты калцы вулкани, кедикоды бандиты, хита бы война порбита. Спесери, фэном, их жёсты здесь, бэндом, Дина и Ерси Монтана, джипа Тараси Навана. Спесери, фэном, их жёсты здесь, бэндом. Сходил к рыбакам на разведку,
окушки грамм по 50. Так чисто для кота можно подловить. Еще тонкий лед, особо никуда не выйдешь, поэтому ребята ловят возле берега, чтобы не провалиться, потому что собирались пойти немного дальше. И как видите, в некоторых местах уже лед растаивает, на улице плюс 2, поэтому они не рискнули дальше идти. Ловят на мотыля мормышками, иногда цепляют жерлицы подальше от берега. Так что можно и уже на рыбалочку ходить. Недалеко от берега, конечно, но с какой-то радостью можно немного половить. Хоть не стыдно будет коту прийти с пустыми руками. Ну а я дальше иду в бассейн. Так что, ребята, не переключайтесь. Все самое интересное дальше. А, вы уже забираете? Да не знаю, вроде нет. Вот такой вот, ребята, мне попался номер. Они бывают всегда разные. И я взял на 1,5 часа бассейн-сауна за 150 рублей. То есть зеркало, дверь с ключом закрывается, ну и вешалка. Больше тут ничего не надо. Переодеваемся, одеваем плавки и идем уже в сам бассейн. Поднимаемся на 2-й этаж. Обязательно принимаем душ перед посещением бассейна. From a young age, taking my soak into the masses, writing my poems for the few. Ну что, ребята, полетели купаться. В общем, я внешний вид вам показал. А там уже, кому будет интересно, придете и будете все смотреть своими глазами. Break me down to pieces.
in the crowd, living my brain up in the cloud, falling like ashes to the ground, hoping my feelings they would drown, but they never did, ever lived, ebbing and flowing, inhibited, limited, till it broke open and rained down, it rained down like... Вот и покупался я. Также можно еще здесь посушить голову, кто фен не берет. В общей сложности покупался где-то минут 40-45 и где-то 25 минут посидел в бане. В бане плохо видно все было, так как сразу зашел, камера запотела. Приблизительно размер ее где-то метра 3,5 на 2,5. Порядка 10-12 человек эта баня спокойно вмещает. Так что кто хочет отдохнуть и довольно-таки недорого, то обязательно рекомендую. Так что так, будем одеваться и выдвигаться, ехать домой. Кому понравилось это видео, обязательно ставим палец вверх. Ну что, до скорых встреч, скоро увидимся, посмотрим. Может быть, что-то новенькое вам подготовлю и выпущу уже в следующий раз. Так что спасибо всем за внимание, всем пока-пока. Kill everybody walking, you know that it's all in the furnace. Timmy, turn it. I'm boy walking with your four burner. 4, 5, 6, 10 matches on the 10 niggas with the chance happy. Смотрите аккуратно, лед тонкий там. Вот здесь. Я думаю, да, у меня трос в машине есть. Далеко не заходить. А то ну все равно, потому что здесь видно лед. Пожалуйста. Kill it.